Приветствую вас, друзья! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре я хотела бы вам рассказать про самый грандиозный опрос 2018 года, именно так он и называется, пройдя который вы можете получить от 75 тысяч рублей от крупных спонсоров. От каких именно крупных спонсоров, как всегда, не указывается. Добродетели, как всегда, скрыты. Но посмотрим, насколько они добродетели, получим ли мы здесь какие-либо деньги. Какая компания все это организовывает, здесь также не указано. Есть всего лишь небольшая информация о самом опросе, зачем он нужен. Но, как всегда, для того, чтобы получать новых клиентов и чтобы больше люди узнавали о различных услугах. Все как всегда. Укажу свое имя, фамилию и приму участие в этом опросе. Ведется подбор вопросов. До завершения осталось 50 с лишним секунд, поэтому я пока лучше поставлю видео на паузу. Для меня найдено 6 вопросов на сумму 131 263 рубля. Пройду опрос. Загрузка подобранных для меня вопросов. Сейчас отвечу на все 6 вопросов и посмотрим, выпадут ли для меня здесь какие-либо деньги. Вопросы я, как всегда, не читаю. Я ответила на все 6 вопросов. Выполняется создание внутреннего счета для выплаты. Выполняется теперь зачисление средств на внутренний счет. Сумма вознаграждения готова к отправке, но чтобы моментально и в полном размере получить эту выплату, нужно выполнить закрепительный платеж в размере 152 рубля. Нажимаю кнопку и попадаю на страницу оплаты от сервиса ClickPay24, где должна оплатить эти 152 рубля. Предварительно, перед тем, как снимать этот видеообзор, я поинтересовалась, кто получит от меня эти деньги. Автором сайта оказался некий Бенджамин Франклин. Вот он, первый платеж 152 рубля, который мы должны оплатить сейчас. А также, кроме этого платежа, здесь есть еще целых 13 платежей. Посмотрите, на какие различные суммы, которые нужно будет платить один за другим, переходя постоянно по страничкам. Запрос, оплата, запрос, оплата. Если мы перейдем по ссылке сервиса ClickPay24, то попадем на сайт «Самый грандиозный опрос 2018», где мы уже авторизированы, и это подтверждает авторство Бенджамина Франклина. Сейчас я оплачу 152 рубля, поставлю пока видео на паузу, и когда оплата будет зачислена, вновь вернусь к вам. Закрепительный платеж я оплатила. Теперь мне необходимо указать реквизиты, на которые хочу получить средства. Выполняется подключение к платежной системе. Теперь выполняется перевод средств по указанным реквизитам. Платежная система запрашивает комиссию за перевод. Комиссия составит целых 407 рублей. Если нажму «Оплатить комиссию», опять попаду на страницу оплаты. Но я знаю, что 407 рублей – это никакая не платежная система запрашивает, а запрашивает автор этого сайта. Вот второй платеж, 407 рублей, как и ожидалось. И если даже я его заплачу, нужно будет платить все последующие платежи. А этого, конечно же, не стоит делать. Этот сайт является настоящим лохотроном, выманивает у людей деньги, и поэтому я не советую его вам ни к просмотру, ни к оплатам. На связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До встречи в следующих видеообзорах.